Беларусь готова укреплять торгово-экономические и политические связи с Эквадором. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Национальной ассамблеи этой страны Габриэлой Рива-де-Нейро. Как подчеркнул президент Беларуси, налаживание тесного партнерства поспособствует улучшению благосостояния двух народов. В основе сотрудничества экономика. Наша страна поставляет в Эквадор калийные удобрения, продукцию черной металлургии. Импорт составляют фрукты, цветы и морепродукты. В прошлом году страны наторговали на 77,5 миллионов долларов. Еще одним шагом на пути к укреплению сотрудничества станет развитие межпарламентских контактов и визиты на высшем уровне. Планируется, что Александр Лукашенко посетит Эквадор с официальным визитом. Мне очень приятно, что такая далекая географически, но очень близкая по духу нам страна и ее представитель сегодня в Беларусь. Я помню свой визит в Эквадор. Это уникальная, не просто прекрасная, а уникальная страна. Мы готовим визит на самом высоком уровне в Эквадор. Идут наработки, прежде всего, торгово-экономического характера. Мы должны реализовать наши договоренности, которых мы достигли с Рафаэлем во время моего посещения Эквадора. Я думаю, мы очень быстро сможем подготовить программу этого визита. Очень хорошо, что мы устанавливаем тесные межпарламентские связи между двумя странами. Я уверен, что это просто будет основа для развития всех наших отношений и на политическом уровне, и в торговле, в инвестировании, в продвижении тех совместных проектов, о которых мы когда-то договаривались. Я очень надеюсь на ваше содействие в продвижении интересов Беларуси в этом парламентском измерении. Еще раз хочу подчеркнуть, благосостояние вашего народа и белорусского народа, а цели у нас общие, политика у нас схожая, будут зависеть, насколько мы сможем укрепить наш фундамент сотрудничества, торговля и экономика. Я хочу передать самое теплое пожелание от президента Эквадора Рафаэля Корея, который в ожидании вашего визита. Надеемся, в этом году визит состоится, и он принесет большой успех нашим отношениям. Президент Корея также передает белорусскому народу самые наилучшие пожелания в связи с 70-летием Великой Победы. Белорусский народ отличился стойкостью и мужеством в годы войны, а сейчас многого достиг в своем мирном развитии. Габриэла Рива-де-Нейро в Беларуси впервые, несмотря на достаточно молодой возраст для политика, ей чуть больше 30, она занимала важные посты в Эквадоре. Некоторое время была губернатором одной из провинций, а в 29 лет возглавила парламент страны. На счету Габриэлы Рива-де-Нейро не только политические победы, но еще и титул королевы красоты.